времени посмотрел видео, твои меня интересует по туристической визе пакет $300 стоит. Да, да. По баксам, если он на визу не получил, переделывает. Да, да. И второе, у тебя там было очень классное видео по поводу бизнеса на аренде квартир, и есть там, ты говорил, готовая презентация и кейс с расчетами для инвестора. Вот когда это будет готово, можешь сбросить? Это уже готово, оно появится на сайте в ближайшее время, в самое ближайшее время, на этой неделе. Ну да, презентация сама. Да, да, да. Но он там чуть-чуть доделывает, вот сегодня буквально мы еще там два штриха с ним. Да, я все понимаю это, то есть там объяснять не придется, ты просто презентацию всю неделю. Хорошо, хорошо. Ну мне, конечно, интересно не аренда, а не субаренда, а именно покупка. Да, купить в Майами квартиру за там 140 тысяч и сдавать ее, пожалуйста. Она ваша собственность. Нет, нет, не дает. В Америке не дает. В европейских странах некоторых покупка недвижимости позволяет получить грин-карту. В США нет. За исключением, если это отель, допустим. Отель дает, а если... И там, да, серьезно это. По жилой недвижимости нет. Даже если ты ее сдаешь и говоришь, это у меня бизнес, у них прям в иммиграционной службе прям написано, жилая недвижимость бизнесом не является. И слушай, для покупки недвижимости его присутствие там обязательно? Или это можно... Нет, можно не приезжать. Ну, просто обычно все-таки люди хотят приехать. Это же. Конечно, хочешь приехать, но если инвестор... Там... Это я сегодня разговаривал тоже с одним риэлтором, не знаю, с какой страны. Он пишет, я ему говорю, вы видели мое видео? Ну, сбросил ему баннер там про Майами. Нет, зачем мне их смотреть? У меня куча инвесторов, которые просто вкладывают деньги. Их интересует срок окупаемости. Я говорю, 4 года, от 4 до 5 лет. Ну, вам надо посмотреть видео, потому что как можно продавать то, что вы не знаете. То есть, как можно квартиру... А, он мне пишет, опишите текст. Я говорю, как я могу описать вам квартиру текстово? Ну, потратьте 3 минуты. Ну, вот как он, не знаю, как он риэлтором может работать. Я думаю, это такой балабол очередной. Ну, да. Да. Я понял, а презентация для инвесторов такого плана есть у тебя? Вот ты... Я же тебе сказал, есть. Окей, я тебе перешлю то, что сейчас есть. Да. Или дождись 2 дня, слушай, ну дождись 2 дня. Там, да, доделаем мы сейчас. Там большая работа сделана, ты увидишь. Там парень сделал, Сергей его зовут. Очень большую работу, да. Там основное то, что там расчеты есть. Да, расчеты там все есть, да. Давай, Паш, на сегодня все. Баннер видели, какой я сделал классный? А? Баннер видели, да. Ну, можете с Мишей связаться, он там может ваши контакты поставить. А, именно под нас его перейдет. Да. Да, конечно, да. Супер. Хорошо. Ну, размещайте его уже везде. Ладно, давайте, пока, до завтра. Да, до свидания.